Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Оля, и я рассказываю про парфюмерию. Как вы могли догадаться по названию, сегодня у нас речь пойдет про подбор парфюмерии для себя. И, возможно, вы у меня спросите: Оля, ну что же здесь такого особенного? Просто приходишь, выбираешь, купил, счастлив и доволен. Все. Однако я заметила, что эта тема достаточно часто появляется на различных форумах, на парфсообществах, вообще в целом в группах ВКонтакте, которые посвящены парфюмерии. И мне захотелось рассказать про свой собственный принцип. Возможно, если вы являетесь уже парфманьяком со стажем, не спешите отключаться, вы сможете наверняка оставить свои полезные рекомендации в комментариях. И я надеюсь, что это видео будет полезно для всех тех, кто до этого имел какие-то сложности, но в будущем более трезво и, самое главное, с большим удовольствием начнет подбирать для себя парфюм. Итак, давайте начнем с самого банального способа, когда вы приходите непосредственно в сам магазин. Это может быть любой магазин, что находится в вашем городе, и в целом схема, она у всех одна и та же. Вы подходите к стенду, берете специальную бумажечку, она называется блоттер, наносите на нее парфюм и далее уже смотрите по своим ощущениям. Ошибка, которую совершала я на протяжении, наверное, нескольких лет, это то, что я ориентировалась исключительно на бумагу. Как оказалось вскоре, бумага не является стопроцентным ориентиром для понимания, что из себя представляет данный аромат, потому что, в первую очередь, вы не понимаете, какая стойкость. Я замечала неоднократно, что на бумаге некоторые ароматы держатся несколько дней, но как только вы наносите его на кожу, у вас совершенно иная история. Он может держаться всего лишь пару часов. То есть первое, что мы не можем понять по бумаге, это настоящую стойкость парфюма. Сейчас с теми ценами, что я вижу на парфюмерию, я прекрасно понимаю, что для большинства именно цена, стойкость – это самая главная составляющая. Второе, что вы не можете до конца предугадать, тестируя парфюмерию на бумаге, это то, как он раскрывается и как он играет. Поверьте, я неоднократно сталкивалась с такими случаями, когда, например, на моей маме это была одна история, на моих подругах была третья история, на мне это было совершенно что-то непонятное, и в итоге, казалось бы, изначально это один и тот же парфюм, но проявляет он себя совершенно по-разному. Отсюда, кстати, многие ругаются в сайтах-отзывиках, когда им попадается восхищенный, либо наоборот, рассерженный отзыв в отношении тех или иных ароматов, потому что они не понимают, как так, почему кто-то его восхваляет, а кто-то наоборот ругает. Здесь именно индивидуальная особенность вашей кожи. Третий важный подпункт выбора парфюмерии, именно ориентируясь на собственную кожу, это то, как вы себя в нем ощущаете. Поверьте мне, у меня неоднократно были такие случаи, когда я восхищалась тем, как он звучит только в самом старте, в самом начале или на бумаге, точно так же. А потом, когда я уже оказывалась в среде всех своих жизненных задач, я понимала, что у меня никак вообще не состыковывается использование этого парфюма и выполнение всех своих важных жизненных дел, потому что я постоянно на него отвлекалась. Есть такой миф, что если вы не чувствуете на себе парфюмерию, значит, она вам 100% подходит. Нет, на самом деле, просто вы к ней привыкаете и не так обращаете на нее внимание. Есть и очень громкие, раздражающие ароматы. Как бы они ни нравились в флаконе, к сожалению, иногда бывает так, что вы с ними себя просто совершенно не можете никак гармонично ощутить, потому что они постоянно вам бьют в нос и в голову. Второй совет, что мне хочется вам дать, это банально не торопиться. Вы знаете, импульсивные покупки – это вещь крайне опасная, потому что, увы, в нашей стране, в отличие, например, от Штатов, вы не можете вернуть уже вскрытую упаковку с косметическим средством, ну или с парфюмерией. У меня были случаи, когда я могла пожалеть об покупке, но с одной стороны, если вы такой заядлый парфманьяк, вы всегда найдете пути, куда его можно сбыть. Например, его можно отдать на распив. Но иногда бывает и так, что если вы человек, который не хочет заниматься перепродажами или не хочет отдавать и бегать, отсылать все эти отливанты, здесь, естественно, придется очень сильно расстроиться, потому что когда вы покупаете то, что в итоге оказывается вам не нужно, это, естественно, выброшенные просто впустую деньги. И да, все мы своей головой понимаем, насколько это банально и понятно, что да, надо, конечно же, подумать, нужно принять решение, хочу я или не хочу. Но все-таки я вам советую не торопиться, походите, понаблюдайте, особенно если это новинка, то наверняка она не исчезнет в ближайший месяц-два с прилавков. Вы всегда сможете в случае чего к нему вернуться и приобрести в свою коллекцию. Третий пункт у нас будет ориентация по отзывам. И мы уже с вами здесь переходим к той составляющей парфюмерного ассортимента, когда вы не можете
сможете его протестировать. К сожалению, не у всех есть доступ к такому широкому ассортименту, что доступен в Москве или в Петербурге и вообще в целом в крупных городах. Здесь на выручку вам приходят интернет-магазины, и будьте внимательны, потому что в последнее время участилась такая нехорошая вещь, как покупка отзывов на специальных сайтах-отзывиках. Это маркетинговый ход, с этим ничего невозможно сделать, это всего лишь стратегия компании, они хотят привлечь к себе клиентов. Это хотят сделать все, кто занимается продажей. Когда вы смотрите на отзывы, я вам советую сделать следующее, как я подбираю для себя парфюмерию вслепую. Я уже заранее рассматриваю свою коллекцию. Здесь придется выделить время, чтобы открывать, например, в браузере сайт с пирамидой и вместе с этим смотреть, что у вас есть, возможно, даже выписывать блокнот. Этот способ вам поможет определиться с тем, какие вам ноты больше всего нравятся, какая ваша любимая группа, что вам, наоборот, не нравится. Вы, кстати, за счет этого сможете лучше ориентироваться в нотах и уже отзывы для вас станут более понятны. Четвертый способ вас отчасти заставит раскошелиться, потому что на самом деле, если вы собираете идеально для себя коллекцию, если вы хотите найти просто изюминки, чтобы у вас не было никаких проходных вариантов, которые, ну, поставлю на полку, когда-нибудь плохое настроение буду использовать. Я считаю, что так делать неправильно, потому что у вас вообще в целом могут появиться неприятные ассоциации в целом с определенными категориями и с группами ароматов, потому что, когда вы ставите негатив напротив чего-то, что закрепляется в памяти, у вас потом в будущем, даже если вы встретите постороннего человека, кто пахнет точно так же, может пойти подсознательно негатив. Не советую так делать, лучше всегда избавляться от того, что вам не нужно. Поверьте, дышать будет гораздо легче. Отсюда способ такой, который знают практически все парфманьяки, это заказывать от Леванты миниатюры, пробники, тестеры, называйте это все как хотите. Но, конечно, тестеры, это у нас имеется в виду полноразмерный флакон, просто он идет без крышки, и цена его гораздо ниже, чем, например, у классического стандартного с коробкой со всеми делами. Но такой способ вам поможет в следующем. Вы себя начнете действительно полноценно ощущать в этом аромате и наблюдать за собой из сезона в сезон. Если вы для себя ищете парфюмерную подпись, если вы ищете для себя свой знаковый аромат, что будет у всех ассоциироваться именно с вами, то такой способ вам действительно придет на руку, потому что вы будете наблюдать и делать для себя определенные выводы. Это на практике такое использование, оно гораздо полезнее, чем просто листать отзывы, просто бегать постоянно по магазинам и что-то там пытаться протестировать. Кстати, если вы будете брать тот же самый тестер и, ну, более-менее такие крупные форматы флаконов, знаете, что даже их наполовину выпитые, если это можно так назвать, их можно продать просто через Авито любым другим парфманьякам в вашем городе. Ну или отправить почтой. Это, кстати, даже вам поможет сэкономить часть ваших денежных средств. Ну и последний пункт, что будет в этом видео, это делать расхламление. Я уже ранее сделала намек на этот пункт, когда вам сказала избавляться от того, что вам не нравится. И это действительно так, потому что таким образом у вас остается самая главная составляющая вашей коллекции. У вас нет ощущения того, что у вас много всего, но пользоваться вам нечем. У вас нет ощущения того, что вы перепробовали целую кучу всего, но до сих пор не можете найти для себя что-то подходящее. Избавляясь от лишнего визуального шума, вам становится вообще в целом морально гораздо проще. Легче дышится, легче все воспринимается. Вы более открыты к новым парфюмерным экспериментам. Это можно использовать, кстати, в отношении косметики, одежды, абсолютно всего. Самое главное, конечно, не лениться и уделять время. Выделить время, чтобы изучить, что вам нравится, выделить время, чтобы определиться, что вы хотите использовать, а что нет, с чем вы готовы расстаться в своей коллекции. Но если перед вами стоит цель сделать действительно что-то для себя приятное, то, мне кажется, можно выделять, пускай даже всего лишь пару часов в полгода или в месяц, но зато потом вас ждет, поверьте мне, замечательный результат. Ну что ж, я надеюсь, это быстрое экспресс-видео с перечисленными пунктами вам пришлось по вкусу, и вы нашли для себя здесь полезную информацию. Я вам перечислила все то, что я сама использую, чем мне нравится руководствоваться, когда я собираю свою собственную коллекцию, и у меня этот процесс, поверьте, он постоянно находится в движении, и он, наверное, не остановится, мне кажется, никогда, потому что всегда находится что-то новенькое, что хочется купить. Никто от этого не застрахован. Я вас увижу в следующих видео. Напишите, есть ли у вас какие-то принципы по сбору своей собственной коллекции, чем вы руководствуетесь. До встречи в следующих роликах. Всем пока!